Всем привет, друзья, с вами я, Оранжевый Томат, и в этом видео я покажу, как разблокировать эксклюзивную козу полуночного козлодуха. Вот, нажимаем в главном меню, и вот тут нажимаем «Играть». Еще у нас идет загрузка уникального мира, и когда мы спавнимся, нам надо собрать 10 голограмм или сокровищ, как это тут называется, по всему городу. Вот, они есть вот в таких местах около заправки. Около пруда можно вот сломать дверцы и зайти ее забрать. Вот тут вот подъем на горе, их тут даже две штуки. И еще в подвале. Также, если вы не можете перелезть через этот забор, потому что там находится сокровище, можете использовать вот эту козу с реактивным ранцем. Она находится в обычном разделе. Взлетаем и, получается, забираем еще одно сокровище. Оно находится вот тут за углом. Вообще, лучше почти все сокровища искать на этой козе, потому что можно куда угодно залететь. Например, если бы, вот, как и я, сначала не мог залезть на стеночку, можно просто лететь немного. И также забрать сокровища. Следующий у нас находится на крыльце дома. Следующее за домом. Так, далее, когда вы собрали 10 этих, у вас написано в разделе события, то, что событие завершено. Входите в главное меню и забираете вот эти вот и вот эти штуки. Потом вам выскакивает такая штука, это значит, что вы разблокировали новую секретную козу. Она у нас находится в разделе Spectacle Goats. Теперь, когда вы спавнитесь, вы играете за нее. Также у нее есть уникальная способность. Она может превращаться в другие предметы. Чтобы ее активировать, надо подойти к предмету, он подсветится и нажать пол.